Друзья, привет всем! В этом видео речь пойдет вот о таких грядках из плоского шифера на квадратной трубе, закрепленные вот на такие вот саморезы, плюс уголок вот такой вот по четырем краям, угловое соединение. Что для этого нужно? Смотрите, для этого нужно всего лишь дрелька, болгарка и шуруповерт, плюс вот такие вот саморезы кровельные и нарезать вот трубу. Заготовить заранее я покрасил битумной краской. Ну и плюс молоток, рулетка и уровень. Вот два уровня у меня, ну на всякий случай. И натягивается нитка, и по нитке просто вбиваются вот такие вот нарезанные квадратные трубы, покрашенные уже. Потом дрелью засверливаю отверстие прямо через шифер сразу в этот металлический профиль. И шуруповертом вкручиваю. Вот, собственно, и все. Сейчас я покажу, как это все выглядит. У меня вот установлено уже, тут промежуточные столбы еще есть. А, смотрите, где заканчивается отрезок шифера плоского, там идет соединение второго шифера, ну, на половинку трубы, в общем, стык. А есть еще промежуточные, вот такие вот. Я сейчас на промежуточный покажу, а стыковые вот такие вот. Где-то могут быть неровности, это ничего страшного, все это подравнивается в итоге. Вот смотрите, здесь у меня все выровнено, а вот здесь вот еще не очень. Ну ничего страшного. И вот такие вот грядки получаются. Вот эти грядки себя зарекомендовали. Многие огородники именно их себе устанавливают. Я, конечно, не огородник, это вот моей маме и тетке на участке я сделал, они попросили, они увлекаются, вот выращивают такие вот помидоры. Поздно они посадили их, поэтому они еще не вызрели. Штыри вот эти втыкают арматурины, крашеные тонкие, для подвяза кустов. Боковинки эти покупаются уже сразу нарезанные, это отходы от производства. И вот продают вот такие уже нарезанные подгрядки или не подгрядки, ну просто вот такие полосы. Нам подошло сразу подгрядки. Вот эту вот боковинку я укорачиваю, сам уже обрезаю. Ну, болгаркой, диском по камню. Сейчас покажу какой. Ну, обычный сегментированный диск. Вот такой вот. Трубы вот обычными дисками по металлу. Режу. Сейчас попробую показать вам, как это все выглядит в процессе. Вот уровень поставил, чтобы выровнять соотношение труб друг напротив друга. Ну, просто вот так вот подбиваю через дощечку. Заподлицо чуть-чуть пониже подбиваю. Столб вообще, ну, в итоге крепко входит, но я его потом подтрамбовываю. Покажу, как я засверливаюсь и саморез вырезаю. Дрель подключил сверлом по металлу. Примерно беру вот здесь размер. На низких оборотах, ну, и для шифера, и для металла сразу. Просверлил отверстие. Беру шуруповерт, кручу. Притянул. Вторую сразу соотношение, ну тоже примерно беру на глаз. Вот, притянул шуруповерт, дрель, молоток через деревянный брусочек, чтобы не помять железо, оно мнется. Смотрите, видите, плотненько как. Это промежуточная и стыковочная есть еще. Стыковочная здесь одну к одной вот так вот присоединяется и на две половинки просверливается. Вот примерно такой вот процесс. И вот такие вот грядки получаются. Достаточно уже себя зарекомендовавшие опытные огородники, коими являются мои родные, одобряют именно эти. И вообще они подсмотрели у соседей, где-то еще видео какое-то смотрели из плоского шифера. Самый лучший вариант получается, самый прочный. Они не заваливаются. У нас были покупные, которые просто втыкаешь, сегментные такие, они не выдерживают. У них короткие ножки, штырьки, и они заваливаются. А вот эти капитально сделанные. Всего вот уже сделали 3, это 4, ну будет 5, 6 грядочек. Накидаем чернозем и будет еще круче. Так что вот такие вот варианты, рассматривайте, возьмите себе на вооружение. Всем спасибо за просмотр, за подписку, за комментарии, за лайки, за любую реакцию. Всегда взаимка. Подписывайтесь на канал, еще будет много очень интересного и нужного.
подпишитесь, чтобы не потерять. Всем пока.